Итак, друзья, всем привет. Сегодня мы будем распаковывать посылочку. Мне сегодня пришла посылочка с канала Turbo Junior. Сейчас буду ее распаковывать. Человек тоже увлекается видеокассетами. Только я собираю оцифрованные версии, а он собирает сами кассеты. Посмотрим, что он мне прислал. Кажется, нелегкое, наверное, это дело распаковывать. Опачки. Так, пойдем сейчас. Так, эту коробку ничего страшного. Главное не повредить то, что там находится. Трэш-контент. Как он трещит. Хорошо запаковал. Опа! Так, что тут у нас? Видеокассета. 1 дома 2.
потерявшийся в Нью-Йорке. Это мой любимый фильм. Мой любимый фильм детства. Помню, я его смотрел. Так. Такая вот обложка. Тут. Так, вроде бы это пиратская версия. Ну, тут написано то, что... Тут написано, что здесь премьер-видеофильм. А здесь на самом деле одноголосый перевод. Дальше. Ух ты! Терминатор 3. Это тоже прикольный фильм. Я не особо его, конечно, фанат, но мне нравится. Нравится. Спасибо большое тебе, Леха, за такой подгон. Огромное тебе спасибо. И последнее. Это первая часть «Один дома». Блин, классная комедия. Я ее много раз пересматриваю. Особенно под Новый год. Так. Да, пленка, конечно, такая вся немножко порванная. Надо будет проверить, что здесь, за перевод такой. Не знаю, тут правда премьер видеофильм переводит или тоже пиратская кассета. Надо будет проверить. Все. Так. А это бумага, это, ну, не просто бумага, да? Бумага. Так. Надо будет это выкинуть. Здесь мусор этот убрать. Это Терминатор. Все. Вот так. Так будет. Так будет правильно. Такая вот посылочка. Такие кассетки. Так, одна без наклейки. Вторая тоже. Без наклейки. Один дома, два. И первая «Один дома». Тоже без наклейки.
всего. Спасибо тебе, Лёша, за такой подгон. Огромное тебе спасибо. Я тебе очень благодарен. Хоть я кассеты не собираю, но за такой подгон большое спасибо. У меня просто были две части «Один дома» раньше, но потом они куда-то пропали. А теперь они у меня снова есть. А вот «Терминатора» у меня никогда не было. Как будет время, сделаю ролик про свою коллекцию видеокассет, ну, которые у меня есть вообще. Все, всем спасибо. Ставим лайк, кому понравилось видео. Всем пока.